Меня многие мои зрители, у нас вернулись и миллионные просмотры, но все как было тогда, когда был на Ютубе канал «Двухмиллионник». Я уже знаю, кто с ним расправился, почему. Видите, мы все очень быстро вернули. Меня спрашивают, зачем тебе дублирующая площадка Яндекс.Дзен «Караулов». Это не дублирующая площадка. Яндекс.Дзен, кто бы что ни говорил и не писал о Яндексе, к нему есть какие-то вопросы у наших зрителей. Но до сегодняшний день на моем канале там более 130, по-моему, 140 тысяч подписчиков уже на Яндексе. Там те материалы, которых нет на канале YouTube. Мы просто не можем их здесь показывать. Все самые серьезные расследования по-прежнему, подальше на всякий случай от неких цензоров, это платформа Караулова. Но Яндекс.Дзен — это канал бесплатный, поэтому я, отвечая просто на некие просьбы наших зрителей, кто не может найти 300 рублей и подписаться на 30 каналов, которые работают на платформе Караулова, это полугодовая подписка, 300 рублей. Мы специально сделали на Яндексе два канала. Канал «Неизвестная Россия» — это канал о культуре, о истории нашей страны, о страницах современной истории, о некоторых сегодняшних уже исторических моментах. Ну, прежде всего, конечно, это театр, музыка, кино. Канал «Неизвестная Россия» тоже на Яндексе. Там несколько десятков тысяч подписчиков. И для тех, кто действительно живет жизнью страны, а Яндекс.Дзен ни запятой не поменял у меня. Мы уже вот скоро год как работаем с ними плотно. Поэтому большое количество для Яндекса подписчиков. Ни запятой в наших материалах никто не поменял. Поэтому мы там. Я очень слежу за этим, поверьте мне. Те расследования и те материалы, которые мы на американской площадке, при всем, так сказать, нашем желании работать сегодня с YouTube, потому что к нему люди просто привыкли, все, что мы не говорим здесь, мы бесплатно для наших зрителей, все наши расследования проводим на Яндекс.Дзене. Еще раз, я это делаю для людей, для зрителей. Яндекс платит копейки, YouTube вообще ничего не платит. Мы работаем не просто в убыток себе, а мы работаем для людей. Ну как можно работать для людей, считать убытки или это не убытки? Но точно мы на этом не зарабатываем ничего. Абсолютно ничего, потому что монтажи и все наши редактора, операторы, даже шофер, который привозит людей на съемки, все это намного дороже, чем мы можем получить на Ютубе или на Яндексе. Это, ну если угодно, это да, это некая миссия. Это ощущение своей миссии, это ощущение того, что нельзя оставлять людей без информации в эпоху, когда большие каналы еще и говорят тут только сильно после нас, и нас в том числе, и моих коллег многих на Ютубе, того же Паши Иванова, много нормальных ребят. Мы как-то умудряемся их всех почему-то опережать очень часто. И вдогонку что-то такое раздается. Ах, вот, возможно, оказывается, пакт. Надо же, пакт. Славянский союз, Украина и Польша. А к чему это может привести? Ну, вдогонку. Яндекс.Дзен сегодня работает для людей. Яндекс.Дзен лишен цензуры, отвечаю за свои слова. Ни одного у нас с ними скандала, в отличие от Ютуба, который все-таки пошел на поводу у негодяев и грохнул наш двухмиллионник. И даже не извинился. Сейчас хоть пока, слава богу, работаем без страйков. Что, кстати, тоже замечательно. Но еще раз. То, что невозможно сказать на Ютубе, возможно сказать на Яндексе. Ну а что там и там, мы сказать не решаемся. Платформа Караулова. Там огромное количество подписчиков. Любой иностранный житель, житель нашей страны, уехавший за границу, может сегодня подписаться на платформу Караулова легко. Я понимаю, что 300 рублей для кого-то большие деньги, но это те деньги, которые позволяют нам держать и технически поддерживать и платформу Караулова. Но это деньги еще и зарплаты моих журналистов, операторов, всех наших сотрудников. У нас нет никаких госзаказов и никакой рекламы нигде, ни сантиметра, ни на Яндексе, ни на Ютубе нашей рекламы, ни сантиметра, ни на платформе. Нет. Потому что реклама – это скрытая форма давления журналистов, полная свобода. Я могу с гордостью сказать, что я единственный журналист, с гордостью велико говорю, в России, у которого три уголовных дела, или сколько там в России, пока еще не закрытых. Я в списке у Навального. Ему многое не понравилось в наших вопросах, которые мы ему задавали, прямо скажем, не понравилось. И я в списке украинских своих коллег, так сказать, в миротворцы. Коллеги в кавычках, разумеется. Правда и там, и там, и там. Не очень. Но ничего уж, извините, какие мы есть. Нас не запугали. Как можно запугать пенсионера? Мне 65 лет. Но еще раз, Яндекс — это подстраховка. Это
На всякий случай, если грохнут YouTube, то есть Яндекс. И Яндекс сегодня, мы сначала кладем все на Яндексе. Ну, что-то еще раз скажу, супер интересно, это платформа Караулова и только потом YouTube. Почему так? Потому что это отечественные площадки. Платформа Караулова — это русское создание, российское. Яндекс — это тоже наш ресурс, российский ресурс.